Всем добрый день! Сегодня говорим с вами о клубнике, землянике садовой, которая радует крупными ягодами и хорошо плодоносит. Те, кто выращивает клубнику постоянно, знают, что пересаживать клубнику с одного места на другое необходимо один раз в 4 года. Это надо для хорошего плодоношения, чтобы растение не болело. Однако есть сорта, которые отличаются высокой урожайностью, дают постоянно хорошие, очень красивые плоды и не требует регулярных пересадок. Итак, сорт Лорд. Очень красивая, яркого, красного, насыщенного цвета ягода до 110 граммов. На одном месте может расти от 8 до 10 лет. Кусты до 60 сантиметров в диаметре, не подвержены грибковым заболеваниям на клубнике. Следующий сорт, о котором мне хотелось бы сказать, это сорт Примела. Тоже очень вкусный, достойный сорт. Ягоды приблизительно 90-120 граммов. На протяжении 7 лет ее можно не пересаживать с места на место. Не требовательно эта клубника к почвам. Поэтому тоже рекомендую ее к посадке. И, конечно же, сорт, который, я думаю, знают многие, это сорт Азия. Относится к среднеранним сортам. Очень урожайный. С одного куста можно получить от 1 до 1,5 килограммов сладких и вкусных ягод. Устойчив к мучнистой росе и к хлорозу. Весом до 100 граммов. Очень большие, крупные и вкусные ягоды. Вот, пожалуй, и все те сорта, о которых сегодня я хотела вам рассказать. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.